Давайте откроем наши Библии э, в, наверное, самом знаменитом месте, э, когда мы говорим о евангелизации наших братьев по плоти израильтян. Мы откроем Библию в месте, которое... Исая 53, глава. Исая 53, знаменитое место. И мы попытаемся поговорить о некоторых возражениях, которые есть у о, евреев по поводу того, что Исайя 53 не говорит об Иисусе. Почему? Важно, потому что, сколько бы мы ни говорили об Иисусе, исходя из контекста Нового Завета, это мало убеждает. Потому что я еще раз повторю, они говорят, это логическая тавтология, вы же написали это, и вы же сами говорите об этом как о каком-то богодохновенном произведении. Поэтому очень важно показать нам, евреям, что Иисус является Мессией на основании ветхозаветных пророчеств. Так вот, мессианское пророчество, или пророчество, которое говорит о Мессии, может быть, самое сильное, это Исаия 53 главе. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что Наибольшее количество евреев, которое пришло к пониманию Господа Иисуса Христа на основании Писания, оно пришло именно на основании чтения Исаи 52 или 53 главы. Okay. Мы не находим национальной интерпретации ни в Талмуде, ни в Таргумах, ни в Медрашах, ни в каком другом еврейском традиционном тексте вплоть до Раши. Что я говорю, национальное или индивидуальная интерпретация. Когда мы читаем с вами 53 главу Исаии, мы немедленно говорим с вами, окей, okay, это же, конечно, говорится о Мессии. Позвольте задать вам риторический вопрос. Почему мы так решили? Стандартная точка зрения на сегодняшний день, что страдающий раб – это не Мессия, а это есть народ Израиля. На протяжении ближайшего времени нам с вами придется, основываясь на библейском тексте и традициях, а не просто на словах «лама», «каха», «почему», «потому», доказать, что речь идет именно о Мессии, а не о страдающем рабе, которым раввины на сегодняшний день поголовно считают, что речь идет о народе Израиля. Еще раз подчеркну, ни в одной из интерпретаций, практически авторитетной до XI века, до Раши, ни в Талмуде, ни в Торгуме. Торгум происходит от пергум. Перевод арамейский. Торгум он Келоса, который стал евреем, и он сделал авторитетную версию перевода на арамейский язык. Так вот в торгумах нет интерпретации. В торгуме нет упоминания о том, что Исаия 53 это народ Израиля. В Талмуде нет упоминания о том, что Исаия 53 это народ Израиля. В Мидраши отдельные экзегетические, то есть толкующие писания, нет упоминания о том, что там идет речь о народе Израиля. Ни в каком еврейском традиционном тексте до времен Раши мы с вами говорили, что Раша вынужден был отреагировать на христианское давление, поэтому он сказал, авторитетным будет представление сейчас о том, что с 53 главе речь идет о народе Израиля. Однако до этого времени ни один об этом не говорит, и все раввины всех времен до 11 -го столетия говорили о том, что речь идет о Мессии, в крайнем случае о пророке, некоторые о том, что Иеремии, некоторые о том, что Моисей. Но для нас важно, что они говорили, что речь идет не о народе Израиля, а что речь идет об некой индивидуальности, божественной или не божественной, мы поговорим немножко дальше. Итак, два вопроса, к которым мы должны задаться, и мы должны ответить на первый вопрос. Правда ли, потому что они говорят, наши братья-равины, говорят то, что контекст 52 глава, 54, 49, 47, вплоть до 40 главы говорит, что речь вообще не идет о Мессии, а речь идет о народе Израиля, находящегося в Вавилонском пленении. Поэтому неправомерно говорить о Мессии или Иисусе, который пришел 500-600 лет спустя, хотя ясно говорят они, что речь идет о народе Израиля, находящемся в Вавилонском пленении. Если вы посмотрите контекст немедленный, вы увидите, что в этом есть доля истины. Второй вопрос, на который мы должны дать ответ, говорит ли контекст только об исходе евреев из Вавилона. Итак, я приведу несколько цифр. Раб Господен или Эвед Адонай, Эвед Раб, слово ⁇ Эвет ⁇ слово ⁇ Авода ⁇⁇ это работа. Раб Адонай Господин в главах 40 по 51 упомянут 17 раз. В 40 по 51 главу раб Господин 17 раз. Иногда в отношении к Израилю, действительно, в 41 главе, 8-9 стихе, это немедленный контекст. Дважды в 44 главе, в 21 стихе, 45 глава, 4 стих, 48 глава, 20 стих. И иногда в отношении некой праведной личности внутри народа. То есть иногда... В этом контексте 40 по 51 главу употребляется в отношении народа, раб Господень, надо сказать честно, а иногда в отношении некой личности. Okay? Например, Исая 49, 3, Исая 49 стихи с 5 по 7, или Исая 50 глава, 10 стих. В нескольких стихах... Не совсем понятно, о чем идет речь: либо о личности, либо о народе. То есть мы приходим к простому пониманию. Если быть совершенно, а мы академически обязаны быть объективным, что немедленный контекст написанного вовсе не говорит однозначно, что речь идет только или исключительно о Мессии. Вполне возможно, что в каких-то отдельных местах этого текста речь идет еще и о народе Израиля, и к нему применяется а, 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 понятие «раб праведный». Наиболее рельефные упоминания о личности мы находим в двух стихах. Это Исайя 52 глава 13 стих и 53 11 стих. 52 13 я процитирую. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится, вознесется и возвеличится, и…» 53.11 на подвиг души своей. Он будет смотреть с довольством через познание его. Он праведник, граб мой оправдает многих и грехи их на себе понесет. Из этой информации, то, которую мы только что провели, мы можем сделать вывод, что упоминание о рабе как нации заканчивается в 48 главе в 20 стихе. Это последнее упоминание в данном контексте я прочитаю. «Выходите из Вавилона, бегите от халдеев, согласом радости возвещайте и проповедуйте это, пределов земли говорите, Господь искупил раба своего Якова». То есть мы должны понимать, в этом контексте действительно говорится, что раб Господень – это народ Израиля. Но заканчивается в немедленном контексте это упоминание в 48 главе 20 стихе а уже в 49 главе и до конца 53 главе упоминание арабе происходит исключительно как в отношении индивидуальной личности исайя 41 глава 8 9 стих и ты, Израиль, раб мой и Яков, которого я избрал, семьи Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от крови, сказал тебе, ты, раб мой, я избрал тебя и не отвергну тебя. Ясно? Понятно? Правомерно? Израиль есть раб Господень. Здесь же 43 глава, 10 стих. А мои свидетели говорят: Господь, и вы раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне и разумели, что это я, прежде меня не было Бога, и после меня никогда не будет. Естественно, тоже упоминание, как наоборот. Иногда этот раб реагирует на призывы Господа Бога, иногда этот раб не реагирует на призывы Господа Бога. Например, 42 глава Исаии, 18 стих: Слушайте глухие! и смотрите слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? То есть понятно, что если бы речь шла об индивидуальности, тем более о Мессии, то Мессия не мог бы быть слеп. И он не мог бы быть глух. Понятно, что в контексте 42 главы, 18-20 стих, речь идет, ни много ни мало, речь идет о народе Израиля, который раб. И этот раб никак не реагирует на призывы Божии. Фактически, даже после исхода из Вавилона, этот раб остается глух и слеп. 43 глава, 8 стих. Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. То есть само по себе избавление народа, кстати, о вопросе о том, что вот если бы узреть Бога или узреть воскресение из мертвых, то, конечно же, это приведет людей обязательно к покаянию. Не факт. Господь Бог может спасать явно рукой сильную и крепкую, являть чудеса. Вся история народа Израиля – это история сплошных чудес. И вовсе это не является доказательством, что народ немедленно уверует Господа Бога. Так все это вряд ли похоже на какого-то правника. Но раб, о котором идет речь в Исаии 53 главе, этот раб послушен. И согласно Торгуму, мы говорили вам, Торгум – это арамейский перевод, никто другой, как Мессия. Важно! Мы говорим о времени до Раши. Согласно Торгуму, а мы опять-таки говорим с воображаемым еврейским собеседником, согласно торгуму, речь идет о Мессии, а это вовсе не то же самое, что народ Израиля. Другой авторитетный раввин Давид Кинхи, запишите себе это имя, Давид Кимхи, один из, может быть, трех самых авторитетных раввинов, средневековый раввинский комментатор, он утверждает то же самое. Более того, этот же образ появляется в Висае 49 главе, когда этот раб называется Израилем, однако он послан на миссию искупить Израиль. Этот раб – личность, представляющая народ. Это раб, как Висае 42, точно так же раб 49.1.7. Я попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Давайте прочитаем. 49. Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей, и назвал имя мое. И садил в уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня, и садил меня стрелой и застренную, в колчане своем хранил меня. И сказал, ты, раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь. То есть, как бы, ты раб мой, праведник ли Мессия, но ты раб мой Израиль. Израиль – это Яков, это народ. Обратите внимание, это 49 глава. Мы подходим вплотную к 53 главе, в которой мы без сомнения говорим, раб господин это Мессия. Почему мы утверждаем это? С какой смелостью? А я сказал, напрасно я трудился ни на что и вообще истощал силу твою, но мое право у Господа, награда моя у Бога. И ныне, говорит Господь, образовавший меня от чрева раба себе, чтобы обратить к нему Якова и чтобы Израиль собрался к нему. Я почтен в очах Господа и Бог мой, сила моя. И он сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Яковлевых, то есть ты с одной стороны раб, мой для восстановления Израиля, с другой стороны, ты, раб, мой, Израиль. То есть, казалось бы, странная достаточная вещь. И для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Так говорит Господь, Искупитель Израиля, святой Его, презираемому всеми поносимому народам рабу властелинов. То есть, как бы не раб Господень, но раб властелинов, цари увидят и встанут, князя поклоняться ради Господа, который верен ради святого Израилева, который я избрал тебя. То есть, тут на самом деле происходит некоторая путаница, которая в состоянии запутать людей неукореленных и неукрепленных. И когда евреи на самом деле говорят: да секундочку, почему вы вдруг решили, что в 53 главе речь идет о рабе, когда здесь раб конкретно называется Израилем? Хотя. В том же самом отрывке это раб еще явно мессия. В чем здесь противоречие и как его решить? В самом деле противоречие решается достаточно просто, но он решалось средневековыми раввинами еще. Они говорили, да, с одной стороны Израиль это народ, но с другой стороны Мессия Израиля это тоже Израиль. Мы не говорим сейчас о божественности его, это другой вопрос. Но они всегда утверждали, что Мессия должен быть выходец из Израиля. Поэтому это лишь видимое противоречие, которое не должно сбивать нас с толка. На самом деле Израиль спасает Израиля. Мы говорили с вами с самого-самого начала нашего курса бесед, что если Мессия или Христос, или Иисус не является Мессией для Израиля, он и не является мессией ни для кого другого, поэтому установление мессианства Иисуса для Израиля является краеугольным камнем для понимания того, что он вообще и мой, если хотите, церковный языческий мессия. Итак, контекст этих стихов здорово объясняется другим раввинам. Мецудат Давид. Правда, он говорит, что речь об Израиле здесь идет как о пророке, здесь речь не идет о мессии важно, что контекст этих стихов, он уже непосредственно предшествует Исаии 52-53 главы. Исаия 52 11, 12, с другой стороны. «Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого, выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господне, ибо вы выйдете неторопливо и не побежите, потому что впереди вас пойдет Господь, и Бог Израилев будет стражем позади вас». Евреи говорят равины, секундочку. Вот перед началом, следующий стих это 13, вот раб мой, видите, будет благоуспешен. 11 и 12 стихи, которые явно говорят, выходите из вавилонского рабства. Он не может обращать это к рабу Господну Христу. Он может обращать это только к народу Израиля. Да, но с другой стороны, говорится ли только, и мы возвращаемся к одному из запросов, двух которых мы задали об исходе из Вавилонского пленения. Или это включая Вавилонское пленение. Равины всегда отмечали, я повторюсь, я об этом говорил, и все раввины до как бы, Раши и Бенезра, и Радака, и современные в том числе, они говорят, что этот стих может быть применен не только к Вавилонскому пленению, он может быть применен даже по отношению к холокосту то есть если они говорят что этот стих может быть применен и по отношению к холокосту то есть две с половиной тысячи лет спустя после вавилонского пленения то естественно у нас нет никаких проблем соотнести его и с иисусом который появился за 2000 лет до холокоста более того они говорят не только холокост они говорят его можно соотнести из Любавическим ребе его можно и соотнести из баркохбой баркохба это другая знаменитая личность которая возникла в израиле между 132 и 135 году Новой Эры, когда Баркохба объявил себя мессией, вернее другой известный раввин Раби Акива объявил его мессией, оно повлекло за себя страдания и разрушение серьезные на земле Израиля, императором Адрианом, в результате которого Иерусалим опять был разрушен и был назван Элей Капитолиной, и, и, и как бы, вся земля была названа Палестиной с того времени. видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. И еще одна вещь. Вселенская слава, которая должна была следовать за Израилем из Вавилона, не наступила как результат исхода из рабства. Исаия 40 глава, Исаия 52 глава говорит, что если бы, как только Израиль выйдет, и раб Господень сделает что-то, то тогда наступает слава вселенская. Но мы видим, что практически не теоретически, когда Израиль вышел из Вавилона, Никакая вселенская слава свет за ним не выступила и не наступала. Отсюда мы можем сделать вывод, что может быть до 48 главы 20 стиха речь идет действительно отчасти о народе Израиля. Но начиная с 49 главы и дальше тем более 52-53 глава, о рабе Господнем речь может идти исключительно в контексте того, что это является Мессия. Авторы Нового Завета комментировали, кстати говоря, Исаию сороковую главу стихи с 3 по 5. Обратите внимание, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь к Господу прямыми, сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямится, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия, ибо уста Господние изрекли это. Новозаветные авторы у Матфея, 3 глава, 1-3 стих, соотнесли правомерно эти стихи с Иоанном Крестителем, за которым действительно появился Господь, то есть слава Господня. Мы никак не можем соотнести эти слова с Израилем, потому что по исходе Вавилона никакая слава Господня не предшествовала и не шла за народа Израиль. Согласно Исаия 49 глава с 1 по 7 стих. «Раб Господень сначала будет отвержен своим народом перед тем, как принесет спасение другим народам». И как сказано в стихе 6. Во-вторых, согласно Исаии 50 главе с 4 по 10 стих, очевидно, что раб является личностью. Запишите себе 50 глава с 4 по 10 стих. И, наконец, в Исаии 52 главы 13 стиха по 53 главу 12 стих описывается в точных деталях, точных деталях славное возвышение Господа после его страданий. Израиль, как народ, не преуспел в данной ему Богом миссии, но смог сделать это через своего миссии. Если же Исаия говорит только о народе, то мы должны признать, что пророчество это не исполнено, потому что, несмотря на исход многих из Вавилона, Иерусалим не был восставлен во славе, не были восставлены праведность и мир, не был Израиль сверхъестественным образом защищен от врагов и в свете всех последующих событий, и в 70-м году нашей эры, когда был разрушен храм, и позднее, как я сказал, в 132-135 году. Я беру эти стихи из 54 Исаи ⁇ это требования, которые должны были последовать после исхода, если бы это был исход, раба Господня из Вавилона. Всего этого ничего не наступило, хотя Израиль вышел из Вавилона. Поэтому мы приходим к неминуемому выводу, что речь на самом деле идет о Мессии, а не о народе Израиля. Я продолжу эту тему, потому что она чрезвычайно важна для Израиля.